12-й день чемпионата мира по хоккею. В студенческой деревне по-прежнему необычная атмосфера. Ведь хоккей – это не просто спорт, это праздник. Сегодня поздравляют минчан и гостей столицы творческие коллективы Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. К мероприятию университет готовился не один день. Концертную программу открыл народный духовой оркестр, который порадовал зрителей известными мотивами. Ансамбль народной песни «Гаманина» и театр танца «Отражение» окунул гостей столицы в белорусскую культуру. Бугуир постоянно приглашают на мероприятия городского и республиканского уровня. Для некоторых вокалистов выступление в фан-зоне на чемпионате по хоккею – событие незабываемое. Сегодня был наш сценический дебют. Мы впервые выступали на мероприятии такого масштаба, и это было очень волнительно, но мы старались, делали все, что могли, надеюсь, людям понравилось. Мы выступили с песней «Обдыми мяне». Нам очень понравилась атмосфера, которая здесь царит. Свои лучшие песни подарили публике вокальная группа «Эликсир», Юлия Шкурина и многие другие. Танцевальные коллективы «Бугуир» заставили двигаться в такт всю студенческую деревню. Элизабет Чечет, Василий Кузьмич, молодежное телевидение «Бугуир».